будущем их надо уметь ценить, надо любить. Знаешь, Таль, я ужасно люблю копать. Перед тобой красная бесформенная масса. Она такая злая, жгучая. Бить по ней молотом, Таня. Наслаждение. Ставить трезвым, прилично одетым, говорящим с тобой рабьим языком слуги твоего. Вот, не можешь. Пардон, но... Ну, а тебя что я слышала? Бог год живешь дома-то. Часу с матерью родной не просидел. Мама. Ничего не рассказал. Как в Москве? Что? Ну, послушайте. Послушайте, заговоришь когда-нибудь. Огорчение от тебя. В сущности, зачем я... Здесь меня страшно тяготит эта жизнь. А как бы вы хотели жить? Скажите. Я вас часто спрашивала, но вы не ответили. Никогда. Трудно быть откровенным. Со мной? Да. Ничего не надо понимать, ибо понимать все это бесполезно. Я гуляла до зари, а молодцы чучики, а меня милый целовал. Да нет, ты подумай, учительница в глазах этих людей заслуживает меньше уважения, чем распутная, раскрашенная женщина. Ой, а не надо замечать таких пошлостей, надо ставить себя выше. Конечно, может, нехорошо, но мне очень этого хочется. Я счастлив. Я люблю вас. Я Кереги, пойдем пиво пить. Я не расположен. Я просто хожу, что с вами жить почему-то, но невыносимо скучно. Ну потому что вы любите на все и вся жаловаться. А зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет. И некому и не стоит. Я же теперь совсем свободный мальчик. Я теперь так живу. Никто меня не увидит. Ты вообразил себе что-то, а? Боюсь я. Время такое. Страшное время. Как срок пришел, вы и деньги несете. Не люблю быть в долгу. Распрекрасное дело, зато всяк вам и доверие. До свидания. Наше вам почтение. Надо идти. Хороша шельма. Однако с превеликим бы удовольствием. Турнул бы я ее с квартиры. Ну, положим. Пока она тут, мы же можем следить. Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нюма Татьяне женится. Кто ты? Нищета. Рвань коричневая. Шантропа. Это два. А любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. А будут говорить разные. Да мне плевать, я ради детей все стерплю, только знать бы. Зачем? Отчего? Ой, дети живут, молчат. Что в душе у них неизвестно. Что в головах неведомо. Вот обида. И где обида? Хлопочешь целый день. Спасибо, никто не скажет. Я думаю, мимо кухни Степанида взмолилась.
ты, голубчик. Самовар я тебе, если понадобится. Огурчик, рассольчику дал. Соблазнился я чревоугодник. Я хочу любить и наслаждаться. Потеря болевой чувствительности. Я вообще поняла суровую логику жизни. Кто не может ни во что верить, тот должен погибнуть. Вот так и есть. Ну ладно, все. Хватит об этом. Расскажите о себе. Вы никогда ничего не говорите. Почему? Ну, потому что предмет большой неинтересный. Пожалуйста, скажите, вы мне кажетесь таким умным, дробитым. Почему? Почему вы так странно живете? Что с вами случилось? Чего? А с вами-то что случилось? Это длинная, скучная история. Жить мне нравится! Прекрасно жить на земле! Да, любопытно! Ну-ка! Вы оба кубики! Если, конечно, искренние люди! Да, я вот не знаю, как тебя назвать, но я знаю, и ни для кого это не секрет! Ты влюблен? Тебя любят? Вот по этой причине, неужели тебе не хочется петь и плясать? Неужели тебе это не дает радости? Ты забываешь кое-что? Что? Во-первых, студентам жениться не позволено. Да. Во-вторых, мне придется выдержать баталию с родителями. Так. А в-третьих, а нет, вообще... Ответь, тебе одно остается. Отец стар, и он не виноват, что он родился раньше, чем мы, и думает не так, как мы. Сколько жестокости в людях. Нас же всех учат любить друг друга. Нам же говорят, будьте вы добры, будьте вы кротки. И садятся верхом на шеи нам, и едут на нас. Мария, отлук ли твой отец? Пойди, скажи ему, чтобы в другой раз пришел, когда будет Терезой. Ты тебе, папаша, иди домой, там и лопнем все такое. Пойди и ты, погляди на будущего. Все куда-то уходят. Без всякого отношения намерений. Как-то зря обидно, ты ж путь. Ну куда ты можешь? Тебе-то ты что такое? Как ты хочешь жить? Что делать-то? Я имею право спрашивать. Ты еще молод, ты глуп. Я всю жизнь растягивал. Жил и в трудах ради детей. Отец, я слышал это сотни раз. Стой, молчи! Что ты можешь сказать? На что укажешь? Нету ничего! Отец, ты мучаешь меня, ты скажи прямо! Что ты хочешь?